топит, официант топит, топит на фанбокс. О, какая амплитудище прямо через весь фанбокс. Два варфина в разные стороны в квотере. Чудо, мне кажется, уйдет варфисик через уголок. А еще, я уверен, что это далеко не все. 15 секунд прошло, а уже такие трюки у нас были сделаны. Мне кажется, это только разогревочка, раскачка. Он прям вот интригует, очень интригует Хилдея Скотри. Боюсь глазит, но пока что все идет так великолепно, так великолепно. У Петра происходит, и всего лишь 30 секунд прошло, еще столько же осталось. Барфичик прямо на плаху улетел. Мне пролетел все приземление, которое призвано для того, чтобы непосредственно на него приземляться. Он его пролетел и улетел прямо на плоскость. Достаточно жестко, достаточно жестко. Я напомню, это всего лишь новички. Ай-яй-яй, ну как два випана. Такие трюки делались до этого, а два випана нас немножко подкосили. Один финальный трючок у тебя есть время прямо вот исключительно на один трюк. И два випчика, которые нас только что подкосили, они прям вот взял себя в руки. Молодец, Петян, отлично откатанная попытка. Ну что ж, я надеюсь, у следующего райдера пройдет так же все успешно. Это Иван Альгашев.